По предварительным данным, в 11 часов напротив дома 44 по улице Проспект Строителей Ленинского района города Саратова произошло столкновение двух транспортных средств. Автобуса марки «ЛиАЗ» под управлением мужчины 1967 года рождения и трактора под управлением мужчины 1971 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение доставлено несколько пассажиров автобуса. На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Автоинспекторы обращаются к водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Соблюдайте их и берегите окружающих.